Чтобы областные и федеральные бюджеты решали общие для региона задачи, Павел Коньков провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы и представителями Совета Федерации от Ивановской области. Совет созвали, чтобы обсудить актуальные вопросы развития региона. Мы сегодня ряд направлений определили. Конечно, это прежде всего вопросы бюджета в текущем году. Нам много удалось сделать в прошлом, но нам эти усилия надо наращивать, чтобы стабилизировать все процессы, которые в области бюджета проходят. У нас есть ряд серьезных проблем. Остро стоит проблема приобретения препаратов для людей с орфанными заболеваниями. Дело в том, что эти траты нестабильны, и как следствие их почти невозможно просчитать. Лекарственные препараты для орфаников стоят очень дорого, и расходы ложатся на плечи региона. Вопрос, считают местные власти, необходимо выносить на законодательный уровень. Затем разговор о недостатке средств в местной казне плавно перешел к недостроенным спортивным объектам. Это ФОК в Родниках и дворец игровых видов спорта в Иванове. Участники заседания пришли к выводу, что действовать следует по порядку. Завершение строительства спорткомплекса в Родниках сразу развяжет нам руки с тем, чтобы, как говорится, войти мне в Министерство спорта на более высокий уровень, чем Министерство спорта, и уже приступить к получению федеральных денег на завершение строительства спорткомплекса по игровым видам спорта в городе Иваново. Еще один важный вопрос – приобретение школьных автобусов. В ближайшие 2-3 года истечет срок эксплуатации 150 транспортных средств в регионе, и их необходимо будет заменить на новые. Я вот был в Гавпосаде, там были представители школы, где закончился срок эксплуатации автобуса. Я им просто посоветовал найти вариант приобретения автобуса в лизинг. И районная администрация, и школьная, они посмотрели, и сейчас этот вопрос прорабатывается. То есть в таких вот критических ситуациях необходимо действовать инициативно, искать какие-то нестандартные пути решения этих проблем. Депутаты распределили между собой задачи, требующие оперативного решения. Каждый адресует их куда следует, будь то правительство Российской Федерации, Государственная Дума или Совет Федерации. Обсуждать результаты этой работы решено ежеквартально. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.